Так, сегодня подтесал досточки я. В респираторе дыхать неудобно на улице. Сейчас минус 3 градуса где-то. Такие вот досточки вышли. Это лицевая сторона, получается, была на 25 толщина. Это уже шпунтованная доска, типа евро доски вагонки. Это была 25, сейчас 20 я сделал. Где-то у меня тут... О! Линейка. Между 15 и 13 я раз, 20-шка вышла. Получается, согнал до 20-ки заодно. Две стороны прочистил. Это будет внутренняя сторона пролегать к утеплителю, а это наружная. Это надо мне 2,51, тут, наверное, 2,70 длина, даже чуть более. Так что это я вот где видно дырки и на краях, где браки типа отрезаю. Возьму метр, сколько тут у нас. О, даже 2,90. Все отрежется 40 сантиметров. Из 40 сантиметров можно еще что сделать будет. На высоту мне надо нормально. Досок 19 где-то тут у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Ну еще есть доска такая, но там уже это 2,90, а там где-то по 3,5, даже по 4 метра. То я буду отрезать концы ровненько сколько надо, а потом уже через рельсу спускать. Ну а эти 40 сантиметров отрежутся, будут лежать. Все равно тут видно, где суки, брак повыкидается. Покажу, куда все это дело пойдет у нас. Таки коридорчик сделал, ширина на 3 блочины и, короче, 1,80 м внутри было расстояние от этой стены до этой. Сюда я положил пенопласт, сплошный слой, потом стойки такие вот поделал. Тут до низа доходит, этот размер не этого, да, щели на снизу. Ну, к стене я придебелил дюбелями китайскими. Некоторые прокручиваются, некоторые держат. Здесь на краю не заметил, отколола в одном месте и сверху вот. Когда буду ставить дверь, коробку, я все это дело, это так временная дверь у меня тут старая, возьму, это дело цементом заделаю просто, еще будет держаться. Вот, наглядно пособие, как внутри дюбель работает в блоке. Расширила, и сейчас в дырку, когда забил дюбель, вот, выкручиваю этот, и добавляю клея. И можно также, не забиваясь, сразу просверлю, клея добавить и забить. Но тогда, когда закручиваешь, оно легко идет по клею, типа смазки. И не чувствуется, как тут задерживается, проскакивая дальше вот этой вот каналки дюбеля. И прокручивается болт в самом этом. То, что он тонкий, жестянка китайская. Лучших у нас не продают. Как сказали один человек, это менеджер по продажам, предлагал свой товар, сказали, у нас тут и китайская, говорит, неплохо хавает. Не буду выражаться, что сказали, неплохо и китайская, это жидкая еще, в Гомельской области. И вот я купил эти дюбеля, забил, но буду держать, добавил клей, это жидкое стекло силикатное. Вроде бы вот засох уже и держит так хорошо внутри. Блок напитывается, это шлакоблок пенистый, напитывается клеем. Как бы получается пробка склеивается. Это вот оболочка с этой. Но желательно клей все-таки заливать, когда только дырку просверлил. А не когда уже дюбель забил, выкрутил его обратно и заливать. Оно-то так лучше, то что прокрута нема особо. А вот когда сразу заливаешь, клей попадает на наружную сторону дерева и это
и плохо. И даже несмотря на то, что он прокручивается, тут он как бы склеивается клеем. Неплохо, думаю. То, что клей видно, как стекло стало. Ну, жидкое стекло, клей называю я. Это той клей силикатный. Бумажный, как бы сказать. Здесь стойки 50-ка. Здесь 6 сантиметров ширины. На край сюда 7 поставил. Здесь тоже по 6. Здесь его угол. Сначала эту прикрутил. Там внутри болты вот. Их не видно. А потом эту наружу прикрутил. И тоже забили в одном месте. И тут-то. Тут у нас уже канализация. Плита залитая. Та покрыла эпоксидным клеем. И здесь вот цемент. Видно. Он так крошится, сыпется. Вот. А когда клеем покрытие этим эпоксидкой двухкомпонентным, то хорошо покрываю. Ну, негде купить у нас его тут. Жидкое еще. Нигде клея нету эпоксидного на разлив такого, чтобы литр два купить там. Это остатками 100 грамм 200 было вымазал. Кусочек таких 50-60 где-то сантиметров. 60 сантиметров. И на ширину хватило 200 грамм. Получается так, 60, и так метр, 1,70 где-то, ну 1,80 можно взять. Это 200 миллилитров хватило. И хочу весь коридор тут так вот, весь покрыть пол эпоксидным клеем. Плитку ложить не буду, пойдет и клеем. Кину какого коврика. Он мне будет бетон набирать влагу, и будет нормально, думаю. Так вот. А ну, а вот этой доской, что строгали, а? Эту стену сначала зашил побольше, потом ту, там уже длиннее доски, может быть остаться как раз на этого пространства на метр 10 сантиметров убрать, это метр получается 70 плюс 3, метр 73 где-то расстояние, это вот между. Ну, получится, я сначала большую стенку зашил, насколько досок хватит, на большую-то хватит. Сюда не знаю, наверное, будет по центру где состыковываться. Если не хватит доски, буду состыковывать. Хотел, о, замерить. Ладно, не буду замерять. Так что нормально. Приклею я все это дело перед тем, как анхерюсь, этот брусок приклею на клей пену. Пошло сюда мне баллон на это, чтобы к блоку приклеить. Потом просрочил я баллон, покуда дошли руки делать. Приклею там всего лишь сюда пару листов вверху. В стене даже не это, ну, сюда пару листов приклею маленьких и все. И клей как бы негодный. А потом, это такие клей технолекозил. Я им приклею еще стойки три. А я так купил вот этот баллон, уже не жалеющий расходовал. Он 16 рублей белорусских наших, это 8 долларов. Я приклею 1, 2, 3 стойки баллоном одну. И вот это вот пенопласт, 3 листа, метр, ширину нема, образовался где-то 80 в ширину и кусочки сверху подоклеивал, и осталось еще там в баллоне так вот сантиметров 5 где-то. Ну, чувствовать так болтает в баллоне. Это я стачу, я еще приклею сюда стойку, насколько хватит пенопластину между. Ну, а сюда клеить можно меньше, куплю баллон. Я брал обычный стандартный длинный баллон под пистолет большой. А еще есть поменьше баллоны пены и клея. Возьму меньше, чтобы не оставалось. Сюда еще это стачи хватит приклеить, а сюда еще. Короче, такая вот ерунда. Ну и эпоксидки надо в столицу ехать, чтобы купить. Почта не хочет высылать, типа раздавится там, разобьется. Можно выкинуть в пластике, но не хочет люди заниматься этим. Видно, уже не доходило нашей почты. Так что куплю клея еще эпоксидного, смешаю. Этот весь бетон покрыл, он будет уже тогда влага непроницаемый и крепкий, не будет сыпаться. Хотел жидким стеклом, но
Так поглядел жидкое стекло, реагируя с водой. И, короче, белее. Ну, это не то. Лучше эпоксидкой поклеить разорится немного. Она недорого там. За $20, думаю, можно купить сюда полностью заделать все. Эпоксидным клеем хорошо. Тут будет у меня мини-башня стоять, вот скважину забил. Сам забивал. Вот даже вода сейчас. Это на зиму мотор снял, думал, промерзнет, это ждеры. Не промерзали в 10 градусов морозы. Там он будет под мойку дырка. Там унитаз будет. А здесь хочу в углу тоже вот отверстие сделать, душевую кабинку поставить. Перед тем, как забивать саму эту вот вагонку, это вот я попробую, помажу против древесину, что от родителей, от плесени мажу. Помажу сам пенопласт, чтобы если влага какая попадет, так внутри грибов не развивался. Попробовал, не разъедая пенопласт этот состав, антижук называется, такие вот коричневые. Обработаю и все. Также и стойки обрабатывал антижуком тем от плесени и покрыл здесь лаком, а здесь лифой какой-то ставил. Ну, пропиткой, чтобы влагу не брала. Чтобы если попадет там влага, конденсат, то чтобы не гнило. Ладно, буду заканчивать. То начал засоха, расстегнул остальные. Думаю, кому полезно будет. Смотрите, дюбеля забивайте по краю. По-любому отколе, если чуть-чуть на раз это пойдет на расход. Между не хотел сверлить, чтобы сюда попадало. Между кладкой того, что там проволока по длине проложенная, скрепляя блоки, чтобы не перебить проволоку, жесткость не потиралась из стены. Такая вот песня. Дырку просверлили, жидкое стекло сюда запустили, забили, закрутили, все. Оно будет держать, склеится вместо еще. Ладно, всем удачи. Кто строит, смотрите, может полезное для себя возьмете. Всем удачи, до свидания.